Мишане вечер. Люди возвращаются домой. Но вы думаете, они кушают дома? Нет, они кушают рядом расположенное кафе, забегаловка. Или вот так вот, на возникших стихийно. Hello. Шашлычка. У каждого свое место. И так по всей улице. Тоже маленький бизнес. Берут, достают замороженные шашлычки и готовят. Недорого. Шашлычок китайский из свинины юань, из говядины 1.5 юаня. Вот здесь еще. Вот они. Сырые. Из заморозки. Ой, что-то дымом. Ой, дым, дым. Пива. Ну все, дальше уже темно, вообще ничего не видно. Да нет, слышно, шкварчит что-то. Здесь какое-то барбекю, блинчик. Ну, поглядим, как процесс приготовки. Ну, вот он и фаршированный блинчик. Ужин готов. А на нашей улице тишина. Россияне спят уже. Ну что, первый день закончился, возвращаемся домой, а там душ и отдых. Ну, телефон позвонить можно. Межгородная. Ну, здесь тепло. Так. А, там же кафе, этажом ниже. Россияне кушать пошли. Вот и гостиница наша, вот холл. Сверху номера. Впереди ресепшн.
Вот мой номер. Окна выходят в холл. Ну все, спать.